Всем привет! И это снова я, Илья, с вами на своем канале, который мы сделали недавно. Сегодня я хочу огласить тему о том, как правильно держать клюшку верхней рукой, да? Как работает, точнее не работает, просто как держать клюшку. Как правильно держать клюшку верхней рукой? Держим не в кулаке, потому что когда мы держим в кулаке, это получается неправильный хват. Потому что когда рука в кулаке, клюшку мы можем взять только сбоку, а это неверно. Клюшку нужно держать сверху, да? Как нам этого добиться? Берем нашу ладонь, упираем вот в эту ладошку, да? В это место. Обхватываем клюшку, да? Но берем сверху. И что у нас получается? У нас получается, что нам теперь удобно работать кистью. Мизинец свободен, да? Все, кисть работает. Если бы я держал в кулаке, что бы было? Я держу в кулак, вывожу вперед, и клюшку я держу сбоку, видите? Видите, это неверно, так не должно быть. Хорошо. Пальцы у нас не выпирают, да? Пальцы не выпирают. Ни здесь. Вот они в кольце, да? Они держат клюшку. Верхняя кисть работает спокойно. Ни сбоку. И с этого боку, сверху, да? У меня здесь даже вот пометка есть. Видишь пометку? Да, и на краге. Хорошо, про верхнюю руку более-менее ясно, да, как держать клюшку. Про действие мы расскажем в следующем видео. Нижняя рука, не зажимаем руку, клюшку не зажимаем рукой, да? Эта рука, она придерживает клюшку. При броске, когда вы уже все при контакте со льдом, вот тогда зажимайте, делайте рычаг и бросайте. Когда вы зажали клюшку, ваш хоккей заканчивается этим. Все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, делитесь этим видео с друзьями. А мы увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!